Друзья, всем привет! Наверное, многих из вас интересует возможность пополнения счета игры PlayerUnknown's Battleground, ну, либо по-другому сказать, в игре PUBG. Ну, а сегодня я вам расскажу подробно, как пополнить счет в игре. Начнем с того, что пополнение игры возможно двумя способами. Первый — это через Steam, но если вы живете в России, со Steam сейчас есть проблема, но способы пополнения остаются. Подсказки, которые вы видите справа, можно будет посмотреть способ, как пополнить счет Steam. В чем различие пополнения через Steam, либо пополнения через магазин? В игре есть предметы, которые можно купить за доллары, за валюту, за евро. Но обычно при покупке именно за валюту Steam дается какой-то бонус в виде G-коинов. Грубо говоря, как я сейчас купил скин АВ, мне еще пополнились G-коинты, на которые я могу что-то сделать в этой игре. Ну а в этом видео разберем способ пополнения через официальный магазин этой игры. При нажатии на эту ссылку вас переадресуют на официальный сайт. Можете не бояться производить оплату на этом сайте. Я уже делал так не один раз. Далее будет необходимо выбрать сумму, насколько вы хотите пополнить игру. Ввести свой адрес электронной почты, куда придет промокод. И выбрать способ оплаты. Я выбрал Kiwi для оплаты, но вы можете выбрать совершенно другое. После оплаты нам приходит на электронную почту письмо с кодом. Этот код нужно копировать, далее зайти в магазин, выбрать раздел «Предметы», нажать внизу на «Активировать код» и ввести этот самый промокод. Ну а далее вы уже можете делать свои покупки. Я, к примеру, куплю эту эмоцию. Ну, как видим, эмоция у нас уже есть, можно будет ее добавить себе в быстрое меню и использовать в игре. Как видите, все оказалось просто. Переходите на сайт, выбираете объем валюты, выбираете способ оплаты, получаете промокод, активируйте в игре. Ну а на этом видео будет заканчиваться, а я буду с вами прощаться. С вас, как всегда, лайк, подписка и комментарий. Всего вам доброго, друзья. До свидания.